Детство. Детские песни на стихи Пушкина. Утро. Зимний вечер. Белка. Кораблик. Thank you.
музыкальная шкатулка. Золотые, а листики на них серебряные, а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. Папенька, что это за городок? Это городок Динь-Динь, отвечал папенька и тронул пружинку. И что же? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Папенька,
Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? Спрашивал Миша у папеньки. А папенька отвечал: не скажу тебе, Миша, сам посмотри попристальнее, да подумай, а пусть либо отгадаешь, только вот этой пружинки не трогай, а иначе все и сломается. Папенька вышел, а Миша остался с табакеркой. Вот он сидел, сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал, отчего звенят колокольчики. Между тем музыка играет, да играет, вот все тише, да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит, внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегают мальчики с золотыми головками и в стальных юбочках, останавливаются на пороге и манят к себе Мишу. Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить? Дим-дим-дим, мы мальчики-колокольчики, жители этого городка. Мы знаем, что вам очень хочется побывать у нас в гостях. Добро Thank you.
самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шептали между собою: тук-тук-тук, тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук. Надзирателю смотрит, он в самом деле лежит на диване в халате и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху, а по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо, только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал: «Шуры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!» «Да я, Миша!» «А что тебе надобно?» «Не жаль бедных мальчиков в колокольчик. Они такие умные, такие добрые, такие музыканты. А по вашему приказу я тебе пристану колоть. А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь наборший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков. Мне что за дело? Я надзиратель добрый. Все на диване лежу и ни за кем не лежу. Шуры-муры, шуры-муры». Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужной бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница. А под шатром лежит царевна-пружинка. И как змейка
то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силой развелась. Валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедей, и вдруг пружинка лопнула. Все. Валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и проснулся. Что во сне видел Миша? Спросил его папенька. Thank you.
издалека. Шел я к вам довольно долго. Через дым, через снега. Шел я к вам, не зная лени. Не сбивался я с пути. То садился на олени, то в маршрутное такси. И поправ... Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет на Амеле. А за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это пословица, а мы скороговорки. Ну тоже хорошо. Ну, а? Ваня в гостях у Вани, Ваня в гостях у Фани. Ваня у Вани, да. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека в реку, руку рак, на руку грека цап. Ой, молодцы, переиграли Деда Мороза. Вам понравилось? Еще, Мариночка, пожалуйста. Тяжелый, Настя, попробуй. Да нет, он так. Одна может быть? Ой, ты какая, нет, мы на всех разделим. Всем по подарочку дадим. Держи его просто.
Хорошо, а ты мне ребят, которые стоят, вот эти ребятки чудесные, которые теперь уже являются хорошими весна. Мы вас поздравляем с новым прекрасным, ожидаемым музыкальным годом. Концерт сегодня был очень музыкальный, насколько могли наши шестилетние выдавали изо всех сил. Совершенно прекрасно более старшие играли на рояле, так как только мечтать может каждый из здесь стоящих, но они пока еще не мечтают. Я желаю, чтобы в новом году вы научили к этому мечтать и к этому стремиться. Чтобы наш голос так было, как вас сказать, как-то возвышенно, спокойно. Не на головах радость, а радость какая-то должна быть там внутри. Но то, что идет так уже много часов, но сегодня занимаются все, и такие они видите веселые, бодрые, например, дисциплинированные. Я вас не поздравляю, что-то сделали все-таки за полгода. Всем желаем здоровья, успехов в работе, в школу нашу.